Госдума сегодня дала согласие на арест депутата от фракции «Справедливая Россия» Ильи Пономарева. Он один из обвиняемых по уголовному делу о растрате 22 миллионов рублей из фонда Сколково. Доклад по этому поводу сегодня в Нижней Палате представил замгенпрокурора Владимир Малиновский. После чего парламентарии практически единогласно поддержали позицию ведомства о том, чтобы заключить Пономарева под стражу. Депутату грозит до 10 лет тюрьмы. Как говорят следователи, Пономарев получил крупную сумму за исследование и чтение лекции, но научной работой не занимался. Госдума еще весной лишила парламентария неприкосновенности, но депутатский мандат у него есть по-прежнему, поэтому согласие Госдумы на арест нужно и для задержания, и для последующей экстрадиции. Пономарев уже долгое время живет за границей, ранее был объявлен в розыск на уровне СНГ и двусторонних соглашений о выдаче, теперь его собираются искать и по линии Интерпола.